Всем привет, дорогие друзья! И вы во втором выпуске интернет-кинопанорамы от 151-го убежища. И сегодня я вам расскажу, на какие три фильма стоит обратить внимание настоящему милитаризированному психопату. Поехали! Я вам подготовил в меню три кинокартины, которые могут стать вам интересны для вечернего просмотра. Вот чашечка горячего кофе или чая, фотка на дату кушек и флешбеки из Вьетнама. Это будут три абсолютно разных фильма. На очереди у нас будет отечественное кино, реально высокого качества, которое пройти просто невозможно. Вторым фильмом мы обратимся за рубеж. Это будет фильм, над которым стоит задуматься. Третьим фильмом будет аттракцион, при просмотре которого можно расслабить извилины и получать удовольствие от постоянного экшена и жевать попкорн из микроволновки. Раз уж с первого выпуска я нарушил правила, то первым делом порекомендую вам сериал отечественного производства. Сериал по мотивам романа Александра Томоникова «Рота уходит в небо», а именно «Грозовые ворота». Это работа режиссера Андрея Малюкова. Что нас ждет? Скажу сразу, что у нас в стране всегда умели снимать фильмы о войне. За редким исключением, все картины можно назвать достойными. Сериал нам повествует о судьбе роты старшего лейтенанта Александра Доронина. Главной задачей его роты была оборона перевала «Грозовые ворота». По сведениям доверенного лица Шаха, бывшего чеченского боевика, к точке дислокации роты приближается большое количество чехов с четкой задачей – взять перевал. Чем это все закончится, вы узнаете после просмотра сериала. Реально стоит того, чтобы это узреть своими глазами. Экшен, конечно, визуально устаревший, нет такого, как в зарубежном кино. Но я вам скажу, выглядит это достаточно реалистично. Хорошая качественная картинка. Уделено внимание к деталям. Глаз порадуют такие актеры отечественного кино, как Михаил Пореченко. Да, он тут хорош, как ни странно. Как будто роль писали прям под него. Разбегаев Вячеслав, он же Хан. Остался я просто в восторге от этого героя. При просмотре вы сами в этом убедитесь. Ну что, тогда по местам? Да. Командуй, командир. Видишь, как повезло тебе, Старлей. Капитаном командуешь, майором. А Шах у них вообще полковником был. Генералом. Можно упрекнуть фильм за излишнюю драму, но, на мой сугубо личный взгляд, ничего лишнего. Кто-то из вас обвинит меня в предвзятости, да и плевать. Фильм мне понравился. Стоит отметить, что он ничего общего не имеет с историей шестой роты, и все совпадения, по заявлению автора романа, случайны. Ну а мы едем дальше. Хочу вам представить военную драму, которую, возможно, вы пропустили. А зря. Итак, атака на Пёрл-Харбор. Все, кто стремится за экшеном, могут просто пройти мимо и этот кусок перемотать до следующего фильма. Нету длительных батальных сцен, кишок, намотанных на штык, грандиозных взрывов, задниц в иллюминаторе самолета. Пускай на кинопоиске рейтинг этого фильма всего лишь 6,5 балла, фильм явно стоит вашего внимания. I have served this great nation with courage and devotion since I was a boy. I have stood beside the bravest of men and endured personal loss in battle. Now, as I contemplate the hour of my most profound despair, my deepest desire is to honor my country and my family. And yet... Фильм «Идзуру Нарусима» повествует нам историю в период Второй мировой войны адмирала Ямамото, начиная с темных 30-х годов вплоть до гибели адмирала. Не считаю это спойлером, поскольку это реальная историческая фигура, и те, кто интересуется историей, скорее всего, знают судьбу адмирала. Итак, почему стоит обратить внимание на этот фильм? Помните «Пёрл-Харбор» Майкла Бэя?
Многие из нас любят этот фильм, но не реже я слышал жуткую критику в его адрес, а иногда чистейший разнос. Так вот, Ринго, Кантаи, Шерии, Чокан, Ямамото и Сороку, как в оригинале называется фильм, простите за мой акцент, повествуют нам эту же историю, но со стороны Японской империи. Если вы не особо увлекаетесь историей, то многие факты, произнесенные в фильме, вас удивят. Например, о предпосылках вступления Японии в Тройственный Союз. И некоторые факты атаки на Пёрл-Харбор в США, а также о начале войны на Тихоокеанском фронте. Как я уже и сказал, тут нет эпичных битв, сумасшедшего экшена. Фильм повествует историю со стороны зрения руководства и управления. Реакции на те или иные события. Стоит подчеркнуть, что фильм снят от лица той страны, что воевала на стороне Германии. И именно поэтому тут разными способами пытаются манипулировать умами зрителя и навязать свои оправдания. Почему это случилось и что да как? Реакцию на это оставлю на суд зрителя. Я наслаждался картинкой и образом главного персонажа, непривычной актерской игрой, поскольку к японскому кинематографу следует привыкать. Он слегка специфический и трудноусвояемый. Будет у вас лишние пару часов, рекомендую ознакомиться. А мы едем дальше. Третьим фильмом на сегодня я вам порекомендую картину с бюджетом в 1 100 000 долларов. Вы только задумайтесь, всего лишь 1 000 000 долларов. Фильм режиссера Гаррета Эванса «Рейд» 2011 года. Знаете, что делать? А теперь развлекайтесь. Только трэш и только хардкор. Именно под таким лозунгом фильм сжигает 96 минут времени, и вы его просто не заметите. Сюжет. Представьте, что вы попали в муравейник, где все особи в нем настроены вас убить. Так и в фильме. Задачей полиции было взятие наркобарона, которого 24 часа в сутки охраняет армия приспешников, вооруженных до зубов. 30 этажей ада и миссия выжить, а на каждом квадратном метре смерть. Дом нашпигован преступниками, и каждого из них была задача убить. Постоянный экшен, драки, перестрелки, среди всего этого потрясающая атмосферность. Так и чувствуешь, что выхода нет. Но просто так хрен сдашься. Среди всего этого, в отличие от многих современных боевиков, прослеживается нить сюжета и даже интриги. С чем это сравнить? Ну, пожалуй, представьте себе картины Джеки Чана. Да простит меня мастер и мой идол жанра боевика. И мясо от Рэмбо 4. Представили? Так вот, это фильм «Рейд». Кто не смотрел, ищите, покупайте и доставайте этот фильм. Должен его видеть каждый, кто любит боевики. Ну-ну, не выключайте. Я вам предлагаю бонус к этому выпуску. Какой милитарист не любит зомби-тематику? Я угадал. Да почти каждый ее обожает. А кто ее не любит, уже закрыл видос и пошел смотреть свои «Сумерки». Итак, фильм «Буса Хаэнг» или «Поезд в Пусан». Как ни странно, эта новинка 2016 года снята в Южной Корее. Какой-то сегодня восточный выпуск получился. Не наблюдаете? Режиссер Йон Сан Хо. Я думаю, никому ничего это тоже не сказала. Но бюджет 8,5 миллионов долларов, но обещает быть так достойным. Простите, как-то странно она выглядит. Пассажиру в 11-м вагоне нужен врач. Зомби? Бегом! Бегом в другой вагон! На Корею обрушивается вирус, убивающий людей. Очень легко заразиться при контакте с больным. Но вирус не просто убивает, а превращает мертвых людей в сверхагрессивных и голодных монстров с человеческой оболочкой. Классический зомби-апокалипсис. Экшен, драма, трудные решения, настоящая сволочь и маленькие герои, любовная ветка. Тут есть все.
Главные герои на поезде пытаются прорваться в единственный еще не зараженный город, спасти себя и своих близких. Их пути – преграды в лице толпы голодных чудовищ, но не менее страшные – живые люди со своими тараканами в голове, пытающиеся спасти свои шкуры. Тут нет диких расстрелов зомбарей, как в Зомбиленде или Обители зла. Тут переживаешь за обычных людей, не супергероев. Фильм заставляет нервно елозить в кресле и иногда даже хвататься за сердце. С момента появления ходячих мертвецов тема зомби-хоррора довольно заездилась, и среди отборного шлака и откровенного дерьма можно редко встретить достойную работу. Как поклонник жанра, крайне рекомендую ознакомиться. А на этом у меня все, или почти все. Спасибо за то, что посмотрели это видео до самого конца. Жду от вас рекомендации внизу в комментариях. Подписывайтесь на канал. Думаю, я продолжу делиться с вами своими киноприключениями. Всем увидимся. Пока.